Американская гражданская война. Пошли. Говорит по-итальянски. Спокойно, Чезаре, спокойно. Ладно, ребята, уходим отсюда. Вы тоже. Майор, сюда. Помогите, майор. Нужен врач. В этом мире ему уже не на что надеяться. Он мертв. Он не может быть мертв. Не может? Пустите сигнал. Мне жаль, генерал, но сигнала нет. Это могло произойти только если он... Я не принимаю это. Может быть, Б-оборудование? Давай, Рэй, проверим. Быстро. Ну? Все работает, генерал. Сигнал Дага все еще поступает, и он сильный. Может быть, еще что-нибудь? Нет. Мы потеряли след. Следы исчезают в реке. Я уже далеко ушел, майор. Если идете дальше, то это будет без меня. Я возвращаюсь к другу. Подождите. В одиночку вы не пройдете через конфедератов. Вы помогаете мне, потом мы возвращаемся и устраиваем вашему другу достойные похороны. Ну что, вы со мной? Ладно. Но если я буду ради вас рисковать своей жизнью, то хотел бы знать, что здесь происходит. Человек в черном украл у нас повозку со 150 килограммами ружейного пороха. И те южане хотят ее захапать. Так что мы должны ее или вернуть, или уничтожить. Надо найти место, где появляются следы. Я ищу вверх по течению, вы вниз. Вот. Наденьте, это может спасти вам жизнь. Постойте, майор. Я не солдат. Думаете, эта одежда делает вас гражданским? Вы были на поле боя, значит, солдат. Посмотрите на тех ребят. Думаете, они сами выбрали быть солдатами? Держите. Надевайте. Встречаемся здесь через 15 минут. Майор, а как называется это место? Геттисбург. Туннель времени. В главных ролях Джеймс Даррен и Роберт Колдарт. Автор идеи и продюсер Ирвин Аллен. The Time Tunnel. Торговец смертью. Фильмы также снимались. Малахи Трон, Джон Кроуфорд, Кевин Хейген. Авторы сценария Боб Киванда Данкан. Режиссер-постановщик Нейтан Юрон. Они всегда были на волосок от гибели, и мы всегда это знали. Мы закроем канал Тони.
И сконцентрируем всю энергию на Даге. Может быть, удастся спасти его. Я не позволю вам это сделать. Придумай, что мы можем сделать, Энн. Что-нибудь. Генерал, позвольте попробовать импульс энергии. Возможно, шок. Это может сработать. Хорошо, попробуй. Я буду следить за сигналом. Боюсь, мы не можем ждать дальше. Генерал. Сработало. Он жив. Он приходит в себя, сержант. Капрал, найди рядового Эктона. Скажи ему, пусть берет лошадь и отправляется к обозу капитана Уикерса. Пусть скажет ему, что мы нашли живого курьера. Есть, сэр. Капрал. Да, сэр. Я буду признателен, если ты подождешь, пока я закончу указание. Да, сэр. Пусть еще скажет, что денег мы у него не нашли. Вперед! Есть, сэр. И осторожней со снайперами северян. У них пули настоящие. Дети. Дома только в опоссуму стреляли. Вот, это поможет. С вами все будет в порядке. Главное, что вы прошли, лейтенант. Лейтенант? Вы же лейтенант Эндрюс, правильно? Вас послали сюда, чтобы вы привели нас к человеку по имени Майклс. Что вы помните? Ничего. Нет, постойте. Был взрыв, это я помню. Я бежал, и потом был взрыв. Вы меня знаете? Раньше видели? Нет, сэр. Вы из корпуса Лонгстрит. Нам поручили встретить вас здесь. Я вообще могу быть не тем лейтенантом. Это невозможно. Здесь нет гражданских после двух дней сражения. Вот. Принесли для вас форму. Может, немного не по размеру, но зато спасет вас от расстрела как шпиона. Сержант Мэддокс! Сержант Мэддокс! Пригнись! Пес Майклса. Он воет по всем, кто здесь умрет. Мне надоели твои дурацкие суеверия. Ты понял? Да, сэр. Тот майор Северян, который оставил лейтенанта умирать, он тоже ищет Майклса. Мы его выследим. И он приведет нас прямо к нему. Прикрой меня, капрал. Я за лейтенантом. Есть, сэр. Лейтенант, надо уходить. Нашли что-нибудь? Никаких следов. Майклс со своим псом, наверное, перешел на тот берег. Если нам повезет, выйдем на их след до наступления ночи. Пошли. Вот их следы. Хорошо. Южане могут показаться в любую минуту. Они ищут курьера с $2000, чтобы договориться с Майклсом. К счастью для нас, этот курьер до них не добрался. Нам сообщили, что он был убит. Выйдите по этому следу, пока светло. Я дам южанам 10 минут. Если они не появятся, мы будем знать, что они потеряли нюх.
Вы верите в предчувствие, лейтенант? Что-то странное происходит здесь. В каком смысле? Я не могу объяснить, но я это чувствую. Я уже участвовал в нескольких сражениях, но не в таком, как это. А вы в каких сражениях участвовали, лейтенант? Я не помню, капрал. Наверное, вам повезло в этом. Некоторые вещи лучше не помнить. Их следы тут повсюду. Но непонятно, где они перешли. Мы с капралом возьмем их. Вы уже в состоянии перейти на тот берег, лейтенант? Конечно. Сержант, позвольте мне пойти на тот берег. Думаю, что смогу найти их. Ладно, капрал, ты сам вызвался. И не геройствуй там. Если что-нибудь увидишь, крикнешь нам. Ты понял? Да, сэр. Насколько я знаю. Вышел минуту назад, осмотрел все вокруг и потом вернулся внутрь. Я просто удивляюсь. Чему? Тому, что его пес не поднимает шум. Да, действительно странно. Но, по крайней мере, он на цепи. Ладно. Прикрывайте меня. Попробую взять его живым. Не было необходимости врываться, майор. Мой дом, ваш дом. Входите, сеньор. Ой, извините. Это против его природы сидеть вот так вот, когда он считает, что жизнь его хозяина в опасности. Говорит по-итальянски. Тихо, Чезаре. Хватит, прекрати. Он боится, что я буду зол на него, если он меня не будет слушать. Проходите, сеньор, проходите. Полагаю, вы пришли насчет пороха. Вы его отдадите, сэр, или я убью вас на месте. Но вам же не нужен порох, майор. У вас и так отличное снабжение. Вина, джентльмены, вы арестованы. Война интересна только, когда силы равны. Вы не согласны? Я только что описал первооснову в своей книге «Искусство войны». Изначально, война — это не что иное, как конфликт двух людей. Конечно же, вы не захотите, чтобы у противника было несправедливое преимущество. Вот, например, у вас сейчас несправедливое преимущество передо мной, майор. Двое против одного. Не очень честно, правда? Но... Все может измениться. Внезапно конфликт становится гораздо интереснее. Майор познакомился с моим клинком. Наверное, вы тоже сможете. Большое спасибо. Орудия смерти принимают такие занимательные формы. Ваше оружие очень эффективно, но не надо недооценивать рапиру. Кто вы такой? Скажем так, я здесь главный. Майору нужна помощь.
Хорошо. Но quid pro quo, услуга за услугу. Ваш майор предоставит мне информацию относительно этой довольно интересной войны. Как вы можете торговаться, когда человек истекает кровью? Только глупец не использует преимущество, когда оно у него есть. И иногда это преимущество продолжает возрастать, если немного подождать. В кладовке есть койка. Сделайте для него, что сможете. Я попробую остановить кровь. Нет. Нет. На это нет времени. Послушайте. Он ненормальный. Вы же это поняли, да? Да. Его надо остановить. Его надо остановить. Его остановят, майор. Обещаю. Я не хочу умирать. Не знаю, сможет ли Союз... Союз продолжит существовать, майор. Конфедераты будут остановлены здесь. Они начнут отступать на юг. Мир будет заключен в маленьком городке Аппоматакс. Равноценное оружие. Интересно, кто вы такой? Откуда вы появились? Скажем так, я прибыл из другого места и времени. Тот сундук там. Это невозможно. Макиавелли умер 400 лет назад. Так вы меня знаете? Мои работы пережили мою эпоху, мое правление во Флоренции. История помнит меня, да? Не как правителя, а как злого и коварного человека. Как наиболее ненавистного философа, который спланировал одно из кровавых побоищ в истории человечества. Вы называете это побоищем, а я называю это высшим достижением человека. Красота! Прекрасный сеньор. Вы уже далеко зашли. Слишком далеко. Это была последняя бутылка моего любимого итальянского вина. Мое Арвиетто. Ну, хватит. Я не очень хорошо знаком с вашим оружием, но я быстро учусь. Как вы здесь оказались? Хотел бы я знать. Я только вернулся во Флоренцию из лагеря принца Борджиа, собрался распаковывать вещи, и вдруг был подхвачен вместе с ними каким-то вихрем, который выкинул меня сюда. Туннель времени. Мне очень повезло, что меня забросило в такую замечательную войну. Я смог увидеть, как усовершенствовали мои теории. Если бы у римлян было ваше снаряжение и техника, это невероятно. Каким образом Макиавелли смог пройти через время? Только у нас есть работающие технологии перемещения. Тогда его пребывание там должно быть как-то связано с туннелем. Посмотри, есть ли его сигнал. Вот ответ на ваш вопрос, генерал. Совпадение одно на миллион. Но его сигнал идентичен сигналу Дага. Макиавелли каким-то образом переместился сквозь время на частоте Дага. Генерал,
Вот фотографии, которые вы просили. Хорошо. Так. Сначала мы отберем все изображения домов. Сэр, а сколько может продлиться амнезия после контузии? Я видел ребят, у которых она проходила через несколько часов, и видел тех, кто уже никогда не смог вспомнить, кто они такие. Но сейчас у нас есть кое-что более важное, о чем стоит побеспокоиться. Макиавелли? Да. Мы отправили его туда, и должны вытащить его оттуда. Думаешь, мы сможем отправить его обратно в его время? Не знаю, генерал. Если его сигнал совпадает с сигналом Дага, значит, нужно как-то разделить их сигналы. Энн, мне нужна информация о том, когда Макиавелли вернулся во Флоренцию из лагеря принца Борджиа. Я займусь прямо сейчас. Вот эти проверены. Это пес Майклса. У него гости. Надо их шугануть перед тем, как мы поговорим с ним. Полагаю, вам понадобится это. Думаете, я буду с ними драться? Предпочтете позволить им убить вас? Следите за дверью. Не двигаться. Тони, что с тобой случилось? Возьмите его оружие. Да что с тобой? Ты не узнаешь меня? Стойте смирно. Или я убью вас так же, как вы убили моего капрала. Второй вон там. Боюсь, он умер. Вы Майклс? Да. У вас есть 150 килограмм пороха. Он нам нужен, и вы его получите. Никаких денег и никаких договоров. Деньги не имеют значения. Вы более слабая сторона. Пока у вас нет огневой мощи, сражение не такое интересное. Порох в пещере. Над речкой Уилсона. Это где висячий мост. Я знаю это место. Но вы... Я вас не понимаю. В чем ваша выгода? Моя? Я всего лишь наблюдатель, не более того. Историк в поисках знаний. Я хочу знать расположение ваших сил. Для вас эта война вроде какого-то упражнения на интеллект. Точно! Причем самого высокого уровня. Ничего не сделает его более счастливым, чем увеличение потерь с обеих сторон. А вы, конечно же, хотите помешать нам заполучить этот порох. Нет никакой разницы, получит его Юг или нет. В конечном итоге. Ты меня не помнишь? Нет? Я Даглас Филлипс, а ты Тони Ньюман. Мы попали сюда вместе. Это правда, лейтенант? Вы его знаете? Никогда его раньше не видел. И я никогда не был в армии Союза. Да никто из нас не был. Тебя оглушило взрывом. Я думал, что ты погиб. На нем действительно была гражданская одежда, когда мы первый раз его увидели. Так же, как и на вас. Ты ничего не помнишь? Туннель, генерала Кирка или Энн? Ты даже не из этого времени. Вы пытаетесь спасти свою шкуру какой-то абсолютно бредовой историей. Ладно. Если ты не Тони Ньюман, то кто ты? Меня зовут Эндрюс. Я курьер, мистер. У генерала Лонгстрита. Тот курьер был убит. Майор сказал мне перед тем, как умер. Так, минуточку. А он сказал, сколько денег было у курьера? Да. 2000. Правильно. Ты из того отряда, который устроил мне засаду. Ты забрал эти 2000. Ты убил моего капрала. И мистер, я убью вас. Это будет нечестно убивать безоружного. Чезаре, взять его, быстро! Субтитры сделал DimaTorzok.
Мастиф разорвет Дага на кусочки. Ты все настроил для обратного хода времени. Время установлено на 3 января 1519 года. Это когда мы вытащили Макиавелли из Флоренции. Я пытался делить его сигнал, но я не знаю, что произойдет, когда мы запустим процесс. Настройся на Мастифа. Настроилась и отслеживаю. Отойди. Пошел прочь. Убирайся. Получилось, получилось. Теперь он ему не угрожает. Тони преследует его. Дага, сможете вытащить? Если мы переместим Дага, то как же Тони? Мы будем держать настройку и заберем Тони потом. Что-то с напряжением. Сколько времени уйдет на починку? Не знаю, генерал. Я проверю. Послушай меня. Дай объяснить. Это все, что я прошу. Ладно. Ты знаешь, сколько лет было Капралу? Ему было 16. Для тебя это оправдание, чтобы убить меня? Мне не нужны никакие оправдания. Ты враг. Я твой единственный друг. Ладно, тот взрыв отшиб тебе память, и смерть мальчишки тебя взбесила. Я тебя не виню. Но если ты убьешь меня, то убьешь свою единственную связь с прошлым или будущим. Вытащи револьвер. Осторожно, Тони, включи свою голову. Он все время был у меня. Если бы я хотел тебя убить, то мог бы сделать это, находясь наверху валуна. Я сказал, вытаскивай. Теперь брось его туда. Ничего из этого не имеет для тебя вообще никакого значения. Ничто. Послушай, если Майклс осуществит свои планы, это будет самое кровавое побоище за всю гражданскую войну. Вставай. Теперь мы пойдем к сержанту. Дашь мне малейший повод, и я тебя убью. Это ясно? Пошел. Давай. У меня отчет из генераторной. Потребуется 8 часов на полное восстановление напряжения. 8 часов? Тот сержант что-то говорил о висячем масте. Вот. Должно быть, это тот, о котором он говорил. Так, посмотрим. Да. Вот он. Энн, определи его координаты и введи в консоль. Мы заранее выставим их в то время, когда они начнут приближаться. Значит, переместим Дага и Тони, когда они туда дойдут? Нет. Мы сделаем не это. Я не оставлю там Макиавелли. Мы вернем его в его время, как вернули Мастифа. Он слишком опасен. Он же не сможет изменить то, что произошло в Геттисбурге. Я все равно не собираюсь рисковать. Ладно, я понимаю ваши чувства, генерал. Даже если мы собираемся рисковать жизнью Дага, у нас все равно нет достаточной мощности. Значит, найдем дополнительную мощность. Вы же видели взрыв, которым сопровождалось перемещение собаки. А для перемещения человека нужно в 3 раза больше. Есть предложение получше? Нет. Если мы слишком перегрузим наши цепи, то невозможно сказать, что произойдет. Генерал, я против. Извини, Рэй, но это первый раз, когда я не буду тебя слушать. Я хочу, чтобы все было готово как можно быстрее. Когда закончите, сообщите мне, пожалуйста. Я сделаю изменения, генерал. Но только небеса помогут Дагу и Тони, если вы ошиблись. Ты тоже думаешь, что я ошибаюсь? Я не знаю. На нас висит ответственность. Не только перед наукой, а еще и перед человечеством.
Они скачут, как всадники апокалипсиса, приближая смерть каждым своим шагом. Вы не чувствуете напряженного волнения, сержант? Очарование неминуемой смерти? Вы бы лучше заткнулись. Кавалерия Союза, сэр. Они атакуют наш обоз. К счастью, лейтенант, такой вид артиллерии не существовал в древние времена, иначе римляне не захватили бы территории с такой легкостью. Но использование огнестрельного оружия не позволяет солдатам проявить свою отвагу. Вы не согласны? Нам понадобится по крайней мере две такие повозки, чтобы перевезти порох. Они могут не уцелеть после атаки, сэр. Повозка и лошади есть в пещере. Я попробую получить еще одну повозку и сопровождение. Мы должны перевезти этот порох. Сейчас это самое главное. Тони, не ходи. У тебя не получится. Сержант, следите за пленным. Если он попытается сбежать, убейте его. Майклс, мы поднимаемся выше. Зачем ты это сделал? Что тебе нужно от меня? Ты должен мне поверить. То, что я тебе сказал, это правда. Надо найти ориентир и ждать, пока нас подберут. Подберут? Я могу объяснить. Но в твоем состоянии я не ожидаю, что ты мне поверишь. Мы должны остановить Майклса и уничтожить порох. Знаешь, ты меня почти убедил. Тебе было бы проще добраться до пороха вместе со мной, так? Ты в порядке? Не сомневайся в этом. Пошли.
Я бы сказал, что вы просто переживаете о своей бесполезности. Это так, сержант? После всего этого вы, наверное, не сможете помочь нам перевести порох. Вам очень трудно даже просто идти. Вы ухудшили нашу маневренность. Хороший командир обычно устраняет то, что мешает ему выполнять задачу. Это здравый смысл, разве нет? Я лучше вас. Даже полуживой. Тогда я полагаю, вы докажете это, сержант. Иначе я убью вас. Вот видите, у меня всегда преимущество. Ваш пленник почти убедил вас, говоря правду. Я действительно Макиавелли, человек из далекого прошлого. И потому уже умерший. Они разбили нас, просто снесли. Как сеющий повсюду смерть ураган. Скажите, лейтенант, вас не вдохновляет такое вот разрушение? Что с ним случилось? Бедняга. Срубило последним залпом. Под конец он стал совсем беспомощным. На поле боя нужна сила, а не слабость. Вы не согласны? Офицер, командующий этим обозом, мертв. Сержант мертв. А я так устал, Майклс, что все тело ноет. У меня нет времени на все эти ваши игры. Мне от вас нужен только порох и больше ничего. Теперь отведите меня туда. Нет, тащите кабель к стойке терминала. У нас заканчивается время, Рэй. Мы уже почти закончили, генерал. Хорошо. Вот так. Закрываем. Специально подключили питание от плотины Гувера, генерал. Должно хватить, чтобы получить возвратную энергию. Надо еще проверить схемы. Хорошо. Время уже поджимает. Если хотим отделить сигнал Дага и отправить Макиавелли в его время. Сколько времени займет проверка схем? Несколько минут, не больше. Я должен извиниться, Вуди. Это был просто напряженный момент. Значит, думаешь, что я прав? Нет. Но кто-то ведь должен принимать решение, и я тебя за это уважаю. Извинение принято. Я запущу тест и буду ждать вашего сигнала. И пожелаю нам удачи. Ну, с Богом. Порох спрятан под теми кустами, а повозка вон там. Здорово, правда? Эй, северянин, грузи это на повозку. Осторожнее. Он может перехитрить вас.
теперь вы столкнулись с решением командира пожертвовать ли вашим другом для предотвращения большего несчастья? Я должен это сделать, Тони. Я сделаю это так или иначе. Тебе лучше уйти в сторону, пока можешь. Брось. Я сказал, брось. Отлично. Теперь вы на равных. Что случилось? Он пытается убить нас. У вас было преимущество. Убейте его и сможете уничтожить порох. На этот раз не выйдет, Макиавелли. Вы забываетесь. Я Макиавелли. Вы не сможете убить меня. Я же неубиваемый. А мы не собираемся убивать вас, Макиавелли. Нет. Мы свяжем вас и оставим в этой пещере. Здесь будет одно из самых кровавых сражений всех времен. И мы лично проследим, чтобы вы его пропустили. Я так не думаю. Вы лишили меня помощи лейтенанта. Но хорошего командира всегда есть запасной вариант. Назад! Всем оставаться на своих местах. Оставайтесь на своих местах. Они рядом с местом взрыва. Если порох взорвется, они погибнут. Перемещай их быстрее. У нас только секунды. Это будет чудо. Контролируйте. Стабилизируйте их. Эн, построй локатор. Я делаю все, что могу, генерал. Мы получили импульс помех. Мы их потеряли. Снова есть Тони и Дак. Пойдем-ка лучше в другую сторону.
Восточный? Sure is. Точно. Mongolian. Монгольский. Those were Mongols, там были монголы. If my memory serves, если меня не подводит память, this is the emblem of the это символ great великого хана. Genghis Khan. Чингис хана. Смотрите дальнейшие фантастические приключения в туннеле времени.